На конкурс дети читают стихи. Калуга Александра, 14 лет. Александр Яшин, покормите птиц. Покормите птиц зимой, пусть со всех сторон к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. Небогаты их корма, горсть зерна нужна. Горсть одна и не страшна, будет им зима. Сколько гибнет их, не счесть, видеть тяжело. А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. Разве можно забывать, улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми. Приучите птиц в мороз к своему окну, чтоб без песен не пришлось нам встречать весну.